Всем здравствуйте! Это программа «Лучшее в Краснодаре». Меня зовут Евгений Бондарь. На дворе осень. На дворе дождливая пора. Кому-то, конечно, нравится осень, кому-то не очень, но осенью всегда бывает полезно поговорить о весне. Вот сегодня мы всю программу о весне говорить и будем. Сейчас мы начинаем. Поехали. Первый сюжет. Это наш будущий новый дом. Это на тот день, когда я начну расширять производство. Это когда вырастут мои дети. Да и вообще... На всякий случай. Это когда вырастут мои дети. Финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережения под 20,9% годовых. Финансовая группа «Сберегательный союз». Забота о стабильном будущем. 8 800 5 9 77. Друзья мои, кто у нас в гостях, вы все прекрасно видите, это солистки группы «Весна красна» Аня и Маргарита. Привет. Привет, девчонки, как у вас дела? Супер. Точно? Все отлично. Круто. Все хорошо? Угу. Ну, чтобы уже все были спокойны, что все хорошо, что мы можем начинать. Класс. Можем начинать? Да. Поехали. «Весна красна». Чем вы занимаетесь, что вы такое исполняете? Мы поем, в основном. Мы авторская группа. То есть вы... Поете песни? Предпочтительно авторские. Собственного, да? Чьего-то сочинения? Да, да. Ну, мы не только авторские песни поем, но стараемся себя позиционировать как авторская группа, потому что кавер-групп довольно много. И быть оригинальными в этом направлении сложно, потому что каждый старается по-своему каверы делать, а мы стараемся продвигать авторские песни. Можем ли мы сказать, что вы самая популярная авторская группа в Краснодарском крае? Нам бы хотелось так считать. Да, нам очень хотелось. Мы стремимся к этому. Стремитесь к этому. Хорошо. Как давно вы существуете? Нам ровно 5 лет. В мае было 5 лет, да. Мы отмечали свой день рождения в парке «Солнечный остров». Первый юбилейный концерт. А я был на вашем концерте? Он был живой, это была наша мечта, живой аккомпанемент. Группа «Ёлы-палы» нам согласилась аккомпанировать. С трудом выучила все наши песни авторские. Да ну ладно, ребята. Сроки были просто. Не знали, да, и сроки были маленькие, всего несколько репетиций, они большие молодцы. Все получилось. Да, совмещали наши репетиции со своей работой. Еще много творческих ребят нам помогало. Студенты колледжа римского курса. Ну и только и профессионалы. И много других агентств. Да, друзья нам очень помогали. Помогали вам все. Да. И в итоге вы довольны остались? Очень. Да. У нас такого концерта еще не было. Жажда к развитию всегда есть. То есть мы и довольны, и недовольны. Нам всегда хочется большего. Прямо сейчас наш следующий сюжет. Потом поговорим про большее. Смотрим. Ваша квартира срочно нуждается в новой кухне? Теперь вы можете собрать отличную кухню своими руками. При этом вы получите высокое качество, но и сэкономите деньги. Для этого используйте кухонные модули. Это просто как детский конструктор. Вам предлагается широкий ассортимент модулей в 5 цветах. Останется только выбрать нужный. Затем решите, какая столешница подойдет именно вам. Это может быть влагостойкая столешница, облицованная пластиком или из акрилового камня. Следующий этап – выбор фасада. Здесь вариантов масса. Крашеные, шпанированные, либо из пластика, а можно и на итальянский из массива замахнуться. Тем более, что выбор цвета и моделей огромен. Выбрали? Ну что ж, вам останется только купить необходимую фурнитуру и комплектующие. И все это можно найти в одном магазине, так что вы не потратите лишних сил и времени. Продавцы-консультанты помогут вам разобраться в деталях во время покупки, и ваша кухня станет именно такой, о которой вы мечтали. Тем более, что магазин работает без выходных. Компания «Юмаком» предлагает новинку – кухонные модули. Собери свою идеальную кухню. Модули, фасады, столешницы и фурнитура – все здесь. Качественно, удобно, недорого. «Юмаком» – 8 961 503 30 15.
«Весна Красна» пришли в гости к нам почти, почти полным составом. Вас же всего? Трое. Трое, хорошо. Третья у нас девочка-студентка. Угу. Поэтому... Опять же, учится в музыкальном колледже, очень ответственная, поэтому сегодня не смогла с очень нами ответственная, поэтому не пришла. Вот такая степень. Ей очень нужно получить образование достойно. Естественно, об этом сейчас предлагаю поговорить. Кто вы по образованию? Ой, мы все дипломированные специалисты с высшим образованием. Да, я вот всю жизнь свою... Нет, мне все-таки удалось совместить свою профессию по жизни... С дальнейшей деятельностью, потому что я с 6 лет сначала музыкальная школа, музыкальный колледж, музыкальный институт, и в итоге я в музыке. Удивительно. Так? Сама не ожидала. Совпало. Угу. Как у тебя дела? Аналогично. Кстати? Но я не педагог по вокалу, как Аня, а я педагог-хореограф по своему диплому. Тоже вся в творчестве, с самого раннего детства, в коллективах, в детской филармонии, но только не нашего края. От далекой-далекой Амурской области. Понаехала, в общем-то. Понаехала, хорошо. В общем-то, вся в творчестве, и вот как бы, мы друг друга мы нашли. Мы корыстными, такими целями немножко пользовались, когда набирали девочек в коллектив. Вот Рита у нас и вокалист, и хореограф в одном лице, сразу экономия какая. То есть ты ставишь все танцевальные, так сказать, номера, да? Большинство. Просто еще иногда нужен взгляд со стороны, мы приглашали тоже хореографа, чтобы она посмотрела, разбавила картинку, и нет, не посмотрела. Взгляд со стороны. Мы пригласили хореографа. Да, и она нам поставила несколько подтанцовок, песням. Это было что-то новое, начать танцевать и петь? Это сложно вообще одновременно? Для меня нет. Я раньше работала в ансамбле «Креница». И этот опыт навсегда останется в моем сердце. Конечно, естественно. На самом деле это очень интересно. Это показывает вокалиста более многогранно. То есть, что ты можешь и двигаться, и петь. И самому исполнителю гораздо интереснее, чем стоять на месте. Все-таки это уже кураж такой идет. Да и красиво. Опять же. И смотрится это шоу уже. Да, это смотрится прекрасно, как смотрятся наши сюжеты. Смотрим следующий. Максим и Анастасия выбирали квартиру не один месяц. Наконец, приобрели жилье в совершенно новом микрорайоне. В отличие от многих предложений, здесь они увидели сразу несколько плюсов. Например, для молодой семьи были важны детские спортивные и игровые площадки в каждом дворе. А появление детских садов, школы и поликлиники в шаговой доступности сделает жизнь в таком микрорайоне еще более привлекательной. Мне кажется, новый район построен более современно и продуман во всех отношениях. Да и сами дома выглядят солидно. Сразу видно, построено качественно и надежно. Действительно, монолит-кирпич с улучшенной звуко- и теплоизоляцией делают жизнь в квартире комфортнее и позволяют значительно экономить ваши средства на отоплении и электроэнергии. А керамический кирпич, использующийся при строительстве, придает дому эстетически привлекательный внешний вид. Но и на этом плюсы не заканчиваются. Лично меня порадовало большое количество парковочных мест, что очень удобно. Да и в пробках по дороге стоять не приходится, что тоже немаловажно. Просторные квартиры в таком микрорайоне от 46 до 83 квадратных метров. Так что любая семья найдет себе подходящую. Двухкомнатная за 1,5 миллиона? Казанский. Вот где сказочная выгода. Микрорайон Казанский. Звоните. Друзья мои, даже не буду говорить вам, что у нас в гостях группа «Весна Красна», потому что вы и сами это все прекрасно видите. Смотрите, есть такой вот весьма тонкий момент, щекотливый, я бы сказал. Так как вы поете в популярном направлении, да, это скорее поп-музыка все-таки, некоторые люди не верят, что вы поете живьем. Встречались ли вы с такими? Встречались. На самом деле нам очень приятно, когда так говорят. С такими людьми. Это значит, что мы поем очень хорошо. Чистенько и красиво. Да, что людям кажется, что мы поем под фонограмму. А вот знаете, я не поленюсь и попрошу вас спеть прямо сейчас. Хорошо. Запросто. Да, включить фонограмму, ребят. Если вы не возражаете, песня про Краснодар. Текст мы сочинили с Маргаритой, музыку все вы знаете. Ну, давайте. Привет тебе, мой город, мой Краснодар.
Здесь до утра поют под звуки гитар. Это южная столица, здесь приветливые лица друзей. Пам-парам, парам-пам. Оглянись вокруг, почувствуй этот мир и стань добрей. Наш город сказка, город просто мечта. Фонтаны, парки, площадей, красота. Здесь увидишь симпатичных, молодых и энергичных людей. Пам-парам, парам-пам. Ярких и спортивных, воплотивших много новых идей. Пам-парам, парам-пам. Пам-парам. И припев все вместе. Солнце весело смеется, ты ему в ответ улыбку отдашь. Там-тарам, тарам-там. Обойди весь мир, не встретишь города, ты лучше, чем наш. Пам-парам, парам-пам. Обойди весь мир, не встретишь города, красивее, чем наш. Пам-парам, парам-пам. Ну, обойди весь мир, не встретишь города, ты лучше, чем наш. Вот так вот. Вот только благодаря вам. Девочки, во-первых, я поаплодирую. Только благодаря вам я наконец-то узнал перевод песни Майкла Джексона. Наконец. Вот о чем поют вот, в Америке, конечно, да? Конечно, естественно. Смотрим следующий сюжет. Поехали. Кухня, пожалуй, самое важное место в доме для каждой хозяйки. По статистике, женщина проводит у плиты в среднем 5 лет своей жизни. И чтобы эти 5 лет были счастливыми, кухню нужно выбирать очень тщательно. Придя в салон, обратите внимание не только на наличие большого выбора, но и на производителя. Определиться с конкретной моделью вам поможет ваш вкус и, конечно, опытный продавец-консультант. Стоит обратить внимание на новое направление в дизайне кухонных гарнитуров. Модерн и классика, совмещенные в одной модели, эксклюзивные стекла, буфет, оригинальные ручки сделают вашу кухню неповторимой. Функциональность и изысканность, красота и передовые технологии, а также экологически чистые материалы, используемые в кухонных гарнитурах, удовлетворят потребности любого покупателя. А опытные дизайнеры помогут вам подобрать встраиваемую технику ведущих европейских производителей и разработают индивидуальный дизайн-проект совершенно бесплатно. Студия мебели «Андорра» предлагает красивые, модные и высококачественные кухни. Улица Новороссийская, 201А, торговый центр «Атма». Студия мебели «Андорра» – эксклюзивные кухни по доступным ценам. В гостях у нас музыкальный коллектив, группа «Весна красна», которая исполняет преимущественно авторские песни. По какому принципу вы выбираете эти авторские песни? Сам выбор сложился изначально еще в момент создания нашего коллектива. Дело в том, что идея принадлежала известному нам замечательному поэту-композитору Антону Бабчуку. Это группа «Вдруг». Да, да, он лидер группы «Вдруг». Дело в том, что мы с ним очень давно знакомы, сотрудничаем. И как-то он ко мне обратился, говорит: слушай, у меня залежались в столе песни, очень много классных песен написал, но они девичьи, я, говорит, не могу им дать ума. Угу. Куда-то предложить, и, говорит, пришла но такая пора, я уже почувствовала, что есть во мне силы создать коллектив. Mm-hmm. Вот, и мы с ним вместе провели кастинг и набрали замечательных девочек, собрали группу. «Весна красна», да, и с этого началось. То есть это все началось с его песен, его музыка, его стихи полностью. Есть ли какие-то другие песни? В дальнейшем мы сейчас, просто он очень творчески занятый человек, и, естественно, руки у него всего две. Разорваться он не может на все-все коллективы, потому что с группой «Вдруг» он очень активно занимается. И мы сейчас взяли, так сказать, бразды правления с Маргаритой в свои руки. Сами развиваем группу. Естественно, у нас есть, мы сейчас новые авторы, первый да. альбом, который, кстати, мы хотели бы подарить. Да? Можно, кому нужно. Мы тут его припрятали немножко. Хорошо, да. Раз. Фокус-фокус. Ура! Вот, «Весна красна». Это на память о нас. Вот так вот, друзья мои, буду. Еще не распакованный. Буду. Хорошо, что не подарили мне, а старенький уже распакованный. Группа «Весна красна».
со своим уже альбомом пришла к нам в гости, поэтому можно прям брать и слушать, так? Да. Слушать, где вам будет удобно, музыка легкая. А вот что за музыка, поговорим чуть позже. Сейчас сюжет. В жизни каждой девушки случается такое событие. Представьте, вы стали невестой и порадовали этой новостью ваших друзей. Что они сделают? Настоящие друзья сразу же займутся организацией вашей свадьбы. Они моментально предложат вам подходящее свадебное платье. Вы точно останетесь довольны. Конечно же, с рестораном друзья тоже разберутся. Они в этом мастера. Выбрать для вас нужный из тысячи для них не проблема. Ваша лучшая подруга быстренько станет профессиональным флористом и сразу займется декорированием свадебного зала. Как раз в это время один из друзей подберет самых ярких артистов. А ведущего вообще искать не станут. Один из ваших друзей и так известный ведущий. Короче, все они сделают идеально. Вот вам повезло с друзьями, да? Все это может стать правдой только в том случае, если ваши друзья – профессиональные свадебные организаторы. Может, пора уже завести таких друзей? Агентство событий «Друзья». Организация вашей свадьбы – наша работа. Доверьте вашу свадьбу настоящим друзьям. Звоните 242-98-22. Группа «Весна Красна» пришла к нам в гости уже со своим записанным альбомом. Сейчас спросим для тех, кто вдруг еще не слышал группу «Весна Красна», что же за музыку вы исполняете? Как мы уже говорили, мы исполняем авторскую музыку. Она у нас довольно-таки интересно стилизована. Что это? Это была задумка, опять же, как мы говорили уже, Антона Бабчука, совместить все стили, и народный, и поп, и рок, фолк, потому что это у нас Кубань. Такое, да, преобладающее направление на Кубани, потому что все мы здесь поющий край, очень много народных коллективов, и без фолк-музыки Кубань не мыслит себя, поэтому мы не могли от этого уйти далеко. Если в общем, мы как-то можем назвать этот стиль? Это поп-музыка. Фолк-поп-рок. Фолк, поп, рок, джаз, кантри. Нет, джаз, кантри мы еще не нашли. А сейчас над чем вы работаете? Сейчас мы работаем над вторым альбомом. Ищем, так сказать, новые образы. Стараемся соответствовать своему стилю. Потому что, как мы поняли, мы уникальны в своем роде. И стараемся эту уникальность сохранить. И продолжаем, вот, ищем новых авторов. Записываем также и с Бобом песни, и вот еще ребята есть. Мы даже сами с Маргаритой умудрились. Да? Да. Грешите? Грешим. Песенки иногда. Да. Получается? И Аня скромничает, конечно, но во второй альбом войдет даже песня, которую Аня написала полностью сама. И музыку, и текст. И получилось очень здорово, современно, круто. А приоткроем завесу тайны. Как она называется? «Радуйся сейчас» называется. Это такая добрая песня. Очень добрая песня. Я просто как раз таки только вышла из декретного отпуска. Дело было вечером, делать было нечего, да. Осталось только радоваться сейчас. Осталось только радоваться, да. Хорошо, смотрим следующий сюжет, потом продолжаем. Смотрим. О том, какая реклама эффективнее, можно спорить очень долго. Ясно одно – чем заметнее реклама, тем лучше. Сегодня поговорим о городских светодиодных экранах. Для начала нужно выяснить, что же все-таки эффективнее – разместить видеорекламу на светодиодном экране или же статическую на билборде. Конечно, многое зависит от самой рекламной кампании, но когда речь идет об экране в самом центре города, думаю, здесь ответ очевиден. На такой экран обращают внимание как пешеходы, так и водители. Что касается самой рекламы на светодиодных экранах, то они привлекают в 5-6 раз больше внимания, чем статичные носители, и значительно дольше его удерживают. Наверняка и вы согласитесь, что видео так или иначе гораздо привлекательнее статики. Иначе изображение на обложке фильма было бы смотреть интереснее, чем сам фильм. К тому же реклама на светодиодных экранах зачастую дешевле, что тоже немаловажно. Конечно, лучший способ проверить эффективность рекламы на экране – это разместить вашу рекламу на экране. Я попробовал, мне все нравится.
Хотите сделать вашу рекламу максимально эффективной? Разместите ее на светодиодном экране в самом центре города, и вы не останетесь незамеченным. Телефон рекламной службы 2-516-616. Дорогие друзья, в гостях сегодня в нашей программе, в программе «Лучшее в Краснодаре» была группа «Весна Красна». Девочки, что-то нужно пожелать краснодарцам на прощание, ну, можно музыкальным образом, как вам больше нравится. Мы пожелаем Краснодару процветания и чтобы все пути всех жителей нашей страны и вообще мира вели через Краснодар на юг к нам. Поэтому из далеких стран ночью постучит в твое окно. Ветер хулиган, и теперь тебе не все равно. С нами зеркалами уйти и себя иную найти. Ветер дальних странствий, куда ты, куда? Полетели на юг, там уже звездопад. Там поляны цветов, по весне говорят. И неспешно идут безмятежные тут времена. Полетели на юг, вспомним эти места. Может, сами найдем, где упала звезда. И на мокром песке мы напишем свои имена. Всем удачи. Пока. Пока-пока.